Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Это очередная часть видео, где я показываю отдельно ручки сделанные. Эти, наверное, назову бюджетными. Не скажу, что цены прям совсем уж низкие, но, по крайней мере, ниже, чем обычно у меня бывают работы. Проработка тоже чуть меньше, чем обычно. И одна работа из этих, скорее всего, будет уже куплена. Не знаю, какое из этих видео, которые я снимаю, процесс работы резьбы этой рукояти выйдет первым или это. Что получится, в общем. Покажу эту рукоять. Это рог лося. Изображен индеец и волк. Изображение не как обычно я делаю. Все время пытаюсь сделать по-разному. До этого этому же человеку вырезал из рога оленя. Побольше ручка была. И здесь другой же индеец внешний. И каждый раз пытаюсь что-то новое. Раньше думал, копировать это интересно, но теперь уже думаю, не надо только индивидуально. У меня не получается даже уже копии, как раньше. Так, что еще интересно? Вот такая необычная рукоять. Это тоже рог лося. Посмотрите, она вся в мелких трещинах. Это сделано при помощи полировки. Если сильно долго полировать рог, то он трескается. Но рог, который трофейного животного, трескается меньше. А сброшенные рога, там они полые внутри бывают, и они трескаются. И тем более, они если лежали долго, они трескаются быстрее. И зная это, увидел цвет, там просто сточено было в некоторых местах, вот увидел какой необычный цвет, я сразу понял, что будет необычная рукоять. Сделал такую вот вставку из рога буйвола. Также здесь есть проставки вот такие вот. Из рога буйвола. Вот это с естественной текстурой. Вот такой тыльник. Тоже с естественной, только заполированный. Цвет естественный, это все, вот этот, все эти оттенки так и было. Просто сточил верхний слой. В некоторых местах оставил вот в этих тыльниках красивую текстуру, которая была. А вставку вклеил. Вбил, обточил и вклеил. Вот такая вот рука необычная. Так, вот такой тигр. Этот тигр уже год существует, вырезанный, недоделанный. Вот, наконец, доделал. Это рог лося, очень крепкий, тонирован марганцовкой. У каждой рукояти есть отверстие, ну, не точное, а вот просто, чтобы человеку было легче. Вот такой вот орел. Я такие орлы простые делаю. Бывают такие, я целую серию сделал. Не знаю, интересны такие, неинтересны такие, необычные, вот как бы они, форма необычная у них, видите, я оставил, как есть. Удлиненный чуть, голова удлиненная вот такая вот. И тоненький. Вот такая вот рукоять. А сделал, это рог оленя. А из рога лося, вот два отростка, вот так вот, сделал двух воронов. Вот так, сначала я его покажу. Вот такой вот ворон. Вот тут вообще ну, крепкий. Нет. У этого чуть-чуть что хуже, что здесь есть трещины. Вот, ну вот одна трещина вот эта вот. Вот такая вот. Ну, вот глубина ее вот. И тут трещина вот здесь есть, где клюв. Не вот так вот, а вот как-то вот так она слоем пошла. Вырезал несколько раз перед резьбой, побросал, вроде крепкое. И оставшиеся две рукояти, вот такие вот, из рога оленя. Черепки это китайские отлитые такие бусинки были на шею из костей яка, как написано было, и смолы. Вот такая вставочка, вот такая вот отлитая. Вставил я ее здесь на латунные 3-мм такие проволочку. Я ее загнул, вот здесь сделал вот такое вот кольцо, как бы внутри. И клеем залил, чтобы клей потом, когда монтировали клинок, клей просто захватил это кольцо. Ну и так держится. Видите, раз, два и место зуба, три. А у одного из черепа я здесь сделал металлическую вместо латунной.
Так, резьба связана как бы вот с пиратами, с изображением таких вот, ну, местоположения, на как обычно на картах изображают место изображения клада, как найти, как туда проплыть, ну, такие, знаете, что-то, чтобы не необычно, не постоянно то, что делаем. Вот такой вот указатель. И вот такой вот корабль на море. Довольно-таки простая работа, но занимает и время. Но чтобы для разнообразия, чтобы не было похожих, и каждый день ищу что-то новое, что-то интересное, чтобы не копировать то, что было. Надеюсь, понравилось то, что делаю. Всем пока, всем здоровья.